Всем привет! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Рада вас приветствовать. Мы находимся в жилом комплексе «Жемчужина». Это поселок Цибанабалка. Из плюсов рядышком море, рядышком Анапа. И мы не случайно шариками, потому что сегодня мы поздравляем еще одних новых жильцов этого жилого комплекса с таким вот классным событием, именно с заселением. Прием дома, дорогие друзья, об этом сегодня. Дом в чистовой отделке, отсыпка уже выполнена, эркерные окна всегда впечатляют. Дом 90 квадратных метров, Сергей нас уже ждет, мы договорились о встрече. Сергей, Ирина, огромное спасибо, что нас дождались. Да, добрый день. Добрый. Ирин, для настроения вот такие вот праздничный антураж, подарочки брендированные, там сертификаты различные, потом изучите. 90 квадратов, классный выбор. А почему именно этот проект, почему именно в Цибанабалке вот изначально? До того, как принять решение, мы объездили вокруг Анапы, наверное, ну все, что можно было, начиная от Бужора и кончая... Господи, далеко, в общем, далеко. Уташ и дальше, и дальше. Вот. Ну, во-первых, близость к городу. Мы работаем, мы сейчас живем в Витязево. Здесь сегодня засекли, ровно 14 минут мы едем до сюда. Достаточно удобная развязка. Имеется в виду и на аэропорт, на железнодорожный вокзал, в Темрюк, в Анапу, в Витязево. То есть, ну, прямо мы в каком-то таком логистическом центре находимся. Это первое. Второе, все, что было предложено, больше это вторичка. Ну, заходишь... В дом, где уже жили, там есть своя история. Может быть, она не совсем какая-то позитивная для нас. Ну, мы не заморачиваемся этим, но тем не менее решили, что когда увидели вот этот поселочек, все в одном стиле, все классно. Пообщались с менеджерами, с Константином, с Ириной. Да, вот, потрясающие ребята. В общем, они нас зацепили. И теперь... Случилось так, что мы, по сути, зацепляем вот всех своих знакомых. То есть вы рекомендуете? А наша рекомендация уже стоит Цибана, в общем, в самом конце, по нашему ряду. Это наши друзья. Ну и еще несколько человек рассматривают вариант, как бы здесь строиться. Потому что Гранд Анапа уже комиссии вам должны как бы уже... Вот так, я думаю, что если бы мы были риэлторами, мы бы уже там как бы жили не на пенсию, да? Мы заметили, здесь много северян покупать. А тогда пользуйтесь вопросом в тему, откуда вы? Мы вообще приехали из Сыктывкара, но приехали уже 11 лет назад. Жили на квартире, меняли локации в связи со своей трудовой деятельностью. Это и Крым, и Ейск, и Анапа, и Темрюк, много мест. Ну, пора оседать, поэтому решили вот выбрать это место. Начинка, дом. Я знаю, что встреча с прорабом у вас уже была, она что-то обратили внимание. В целом, экскурсии по дому можно от вас. Какие решения были приняты? Прямо вот рассказывайте, мне интересно. Почему не два этажа? Скажу, что жизнь показывает, что на второй этаж, если есть место на первом, очень редко поднимаешься. Мы с Ириной решили, что нам это не нужно. То есть поэтому одноэтажный, но широкий. Две спальни плюс, ну, мы называем это кабинетом, потому что как бы локационно спальни я это не назвал, но ее можно использовать в том числе, если приехали. Это проэркерную комнату, да? Проэркерную комнату, да. Вот первая спальная комната, у нее есть одна особенность, а вот ваше ли это решение? Потому что у вас в доме два санузла, один из них в спальной комнате. Вот как это, как это получилось? Я считаю, что на три спальни, допустим, ну приехали к нам дети, внуки, да, на три спальни один санузел, это, ну, мовитон, что ли, да. Мы решили, что у нас должен быть свой санузел в нашей спальне. И один санузел общий. С Дмитрием мы переговорили, с проектировщиком. Мы там за 10 минут все это нарисовали, сделали. В общем, никаких сложностей. Все мы выбирали сами. С супругой мы делаем все вместе, потому что мы, ну, не один, а... Ирина, идите к нам. Она с такой кучей подарков просто ей, ну, двери вмещается с подарками. Мы выбрали покрытие стен стеклообои. Потому что долго к этому шли. Ну, это стекловолокно, стеклополотно. По-моему, 150 грамм плотности. Мы долго к этому шли, потому что, ну, юг – это тепло, сыро.
всякие букашки, таракашки, плесень и прочее, это тот материал, которым не питается плесень, допустим, да, вот скажем так. Если говорить о покраске по штукатурке, то новый дом в любом случае покроется крокалюром, будут такие трещинки, да, это как бы не очень приятно всегда. Поэтому мы решили вот на таком варианте остановиться. Быстро ли реагировала компания? Вот такой, наверное, правильно. Мы были здесь постоянно. Я думаю, что я знаком со всеми здесь уже. И с прорабами, и строителями, и с трактористами, и с руководством. Потому что, ну, это первый дом, который я строю не сам. Вот, мы занимались стройкой, и так странно получилось, что вот свой дом строят нам другие люди, да, поэтому вот контролировать. Надо отдать должное, что все, что касается соблюдения норм, соблюдения там, не отходить от проектных каких-то решений, но здесь просто все четко соблюдается. Я знаю, что сколько домов проседают уголки там и прочее, только потому, что кто-то из строителей сказал, что да, эти инженера, что они там понимают, мы всю жизнь так строили. Вот вы всю жизнь так строите, у вас дома лопаются. А инженера, они все-таки рассчитывали, не зря деньги получали. Здесь с этим все в порядке абсолютно. Комфортно от руководства и до последнего работника там общаться. И все всегда принимается во внимание. Ну, в общем, комфорт. В том числе выбор этого места, наверное, в том числе потому, что, ну, правильно сумели с нами общаться, разговаривать. Ирин, немножечко вам уделю внимание. Ваши внутренние ощущения, вообще, как вы себя чувствуете вот в вашем новом доме, смело можно сказать? Я счастлива. Вот, это главное. Еще раз мои поздравления. Вот, спасибо, что с нами. Сергей, вам спасибо за обзорную такую вот, ох, информацию. Приятно пообщаться. Я посмотрю еще дом снаружи ваш. Вот, а вы обживайтесь, мы к вам еще обязательно вернемся. Спасибо. Пока. Всего доброго. Приятное знакомство, приятные люди познакомились, рады, потому что они купили дом здесь. Ну и вы сами видели то, что они счастливы и рекомендуют наш жилой комплекс и нашего застройщика всем. Это был дом 90 квадратных метров. Еще больше домов, которые есть у нас, дома, которые есть в свободной продаже, об этом на нашем сайте и, конечно же, в наших обзорах, так что не пропустите. Ставьте лайки, дорогие друзья, подписывайтесь, звоните по телефону горячей линии. Ну а на сегодня это все, до новых встреч, пока.